нашего Шумня. Кто забыл подписаться на наш канал, быстро подписывайтесь. Ставьте лайки. Сегодня к нам пришла подружка Ариша. Всем привет. Мы с ней снимем челлендж «Пухлый кролик». А это пухлый кролик? А это пухлый кролик? Нет, вот это пухлый кролик. Суть челленджа в том, что каждый человек ложит за щеку зефир. И говорит слово «пухлый кролик». Кто не сможет это сказать, тот выбывает из игры. Начнем. Что вы творите? Ариша, у вас падает оно хотя бы? А вы какой? Юля, ты какой страны вообще? Оно же открыто. Оно же не открыто. Вот так. Это мой. Можно одну съесть? Нет, нельзя. Нельзя, садись. Юля, садись. Садись. Так я хочу. Все. Мне нравятся вот такие. Давай, Юля. Складывай в рот. Я? Да, ты. Прямо сейчас, да? В рот мой. Не жевать! Давай, не жевать. Я не жевать. Пухлый кролик. Молодец. Не жевать. Пухлый кролик. Молодец. Пухлый кролик. Молодец. За другую щеку, Юля. Рано и туда слышит. Пухлый кролик. А ты? Пухлый кролик. О, отлично. Ариша. Пухлый кролик. Так, по третьему. Не жевать. Не жевать. Уже плоховато. Пухлый кролик. Пухлый кролик. Четвертый. Давай, давай, говори. Что, еще засчитываем ей? Давай. Нет, так не получается. Ну, Юля, ты еще будешь? Давай. Уже как-то не очень, а ну. Давайте, давайте. Ну, Маруся. Нет, уже нет. А, ну, все, что-то не одинаково, все. Что-то слабенькие девочки какие-то оказались. Ну ладно, я так поняла, победители все, да? А какой приз победителям? Как вы думаете? Да? Да? Держите, кому приз, кому приз? Даже не хочет, а что ж такое? А, Юля самая смелая. Всем пока! Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки. Пока! Давайте еще раз, мам. Пожалуйста.